недавно в интернете подсказали мне, как бороться с мхом, который потихонечку вытесняет траву вот на садовых участках и так далее. Не знаю почему, причину. Ну, как я померил, и мне сказали, что это, в общем-то, кислая почва. Идет закисление, и вот этот мох любит очень кислую почву. Сыпал я, значит, известь. Также я рассыпал, по-моему, долмитовая мука. В общем, толку особого я не увидел, честно говоря. Вот, пока мне не посоветовали обработать эти участки ферри, разведенный с водой. Сейчас я вам это покажу. Значит, вот здесь вот все было в этом в мху, будем говорить так. Вот я буквально 2-3 дня назад побрызгал ферри. Правда, честно говоря, не сильно его растворял водой. Ну, один к одному, наверное. То есть весь мох почернел и, собственно говоря, сдался. Вот, смотрите, тоже пятачки. Вот тоже начинает уже темнеть. Вот начинает темнеть. То есть здесь я все поливал ферри. Значит, что касается самой травы, она вся целая. Значит, вот этот участок был давно у меня. Как бы сильный мох здесь и трава, то есть все подряд. Тоже обрабатывал я, мох пропал. Есть какие-то небольшие участки, вот, но я думаю, что если еще раз обработать, он пропадет. Сейчас я покажу, как это делаю. Ну, у меня керхер, вот, поэтому, может быть, мне будет проще. Короче, одеваем пенную насадку. Ферри развел я, наверное, ну, тоже, может быть, один к одному, наверное, скорее всего. Может быть, водички чуть побольше. Ну, исходя из того, что флакон большой ферри стоит там 200 рублей, а какие-то составы или мука вот эта вот, или известь, они стоят намного дороже в тех количествах, которых надо насыпать, то выгоднее ферри. Причем я говорю, что зелень не страдает. Все, давайте покрывать. Причем еще говорят, что убивает каких-то мелких там вредителей. То есть вот сейчас я обработал участок, где максимально я вижу количество мха. Ну, через пару дней посмотрю. Вот, надо будет, может быть, еще повторю. То есть как-то так. Но помогает. Уже пробовал. Все, спасибо.